Приветствую вас, дорогие друзья. Вот мы находимся на съемке на площади Европы. Это Рига, набережная Куры. И вот здесь установлен такой необычный трамвайчик. Посмотрите, все виды транспорта. И канатная дорога, и воздушный шар, и трамвай. Вот сейчас ведутся, видно, последние отделочные работы. И скоро на этом месте, в этом трамвайчике, начнет функционировать такое необычное ретро-кафе. Вот видите, здесь, видно, днем работают мастера, что-то подкрашивают. И практически это трамвай ручной работы, можно сказать. Очень красивый, очень эффектный. Богато выглядит, богатая отделка. Вот у него и есть токоприемник, пантограф, вот рельсы. Все по-настоящему, все профессионально. Все вот так вот замечательно. Так что совсем скоро в Тбилиси появится еще один объект интересный, колоритный, который, естественно, сразу привлечет внимание и горожан, и гостей столицы. Но пока можно кататься на канатной дороге или же на этом воздушном шаре.